Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и после долгого отсутствия я вновь возвращаюсь в Into the Dead 2, потому что здесь появилось событие с сюжетом новое, под названием «Буря». Здесь мы будем абсолютно другим персонажем играть, не тот, что был в основной сюжетной линии, и вроде бы как у него здесь есть дочь, и вот они, как вы видите, куда-то плывут. Кстати, после этого события начнется другое событие с сюжетом «Ночь живых мертвецов». Кто не смотрел, вы можете в подсказках найти видос по этой теме, либо самим углубиться в ее сюжет. Ну а мы начинаем, давайте участвовать, выберем, конечно же, сложность посложнее. Так, апокалипсис он мне не даст. Скорее всего, будем на кошмаре проходить. Начать. Просто чтобы начать апокалипсис, нужно пройти на кошмаре. Вау, смотрите, какая-то пушечка прикольная. Ну что ж, а кстати, сколько здесь у нас? 12, да? Да, 12 у нас здесь. И кстати, мы новый стволец опробуем. Ну что ж, давайте погрузимся в новое это событие. Участвовать. Возьму я, как всегда, с собой приговорчик. И, может быть, ну давайте вот пару из картелей возьмем. Так как от них будет бонус за прохождение. Итак, кто-то нас опередил. Возможно, они не все нашли. Посторожи тут, я проверю шкафы. Так, твою мать, здесь ничего нет. Ого. Здесь есть пара одеял, да. Па, глянь-ка сюда. Батарея еще не разряжена. Быстрее уходим, шевелись. Немножко подглючивает. Ого. Нормально. Короче, мы играем за отца и дочку какую-то. Ох, я вернулся к тебе, приговорчик ты мой любимый. Во-во-во! А вот пара из картель-то они слабенькие у меня. Так, не-не-не-не-не, обниматься я с вами определенно не хочу. 8 патрон, блин, отвык вообще от игры. Не тебе, не. Он еще что-то базарит. Блин, кстати, с самого начала достаточно длинная вот эта трасса, я хотел сказать. Длинная карта. Так, давай-давай, перезаряжайся, чувак. На. Отлично. Замечательно, нет. О, фонтанчик, все дела. Ух ты! Чуть. А мне интересно, вот эта деваха меня, если что, спасет? Или не спасет? Ух, я вообще. Выстрел в пустоту был. Не-не-не, чуваки, ну вас нафиг. Что-то они какие-то дерзкие здесь прям. На. Так, отлично. О, ну все, пацаны. О, ты куда побежала, дура? Так, тихо. Отлично, 12 патронов. Еще немного осталось. Все сюжетные события вы сможете найти в подсказках. Либо надо, кстати, плейлист, наверное, сделать по Into the Dead 2. А то что-то как-то... Я вроде бы его не делал, а видосов достаточно много снимал. Да и просмотров игруха в старые добрые времена много набирала. Короче, мы прям в узкое пространство куда-то зашли. И тут, конечно же, зомбаки. Кайла! Ух ты! Давай сюда. Твою мать. Все. Отлично, убежали. Подойди, повернись. Я в порядке. Они только... Дай-ка я взгляну. Все нормально. Боже. Все из-за меня. Это я хотел туда заглянуть. Ты не виновата. За безопасность отвечаю я. Пойдем, нужно добраться до реки. Дальше мы сможем идти вдоль берега. Into the Dead 2. Tempest. Ну или, как перевели наши русские локализаторы, «Буря» называется. Прикольно, прикольно. Вообще, пик-пок красавчики. Вот в этой игре они прям красавчики. У них не так много игр, как я заметил. Но одна из игр, на которую я не делал видео, потому что, ну, что-то она не стоит того. Там вот прям, кстати, похожая графика, похожие цвета используются.
это что-то агент какой-то, там на тачке мы рассекаем, и тачка, насколько я помню, она превращалась в лодку, может быть, даже и в самолет, кто знает. Короче, не стоит игра внимания, поэтому я даже на нее видео для канала не снимал. Ну что ж, мы продолжаем дальше. Интересно, что нас ждет. События с сюжетом всегда интереснее проходить. Потому что, наверное, это единственная бесплатная игра, в которой есть сюжет, за которым интересно наблюдать. Ух ты, отлично. Папа, держись. Короче, папа спасает. Это замечательно. Это очень хорошо. Вот он, шквал. Давно я из тебя не стрелял. Отлично, разносит только в путь. Так. У нас, кстати, по-моему, карты тоже изменились. Немного другие стали. На тебе. Нам бы, конечно, из этого лучше. А, я пропустил. Офигеть. Вот это сейчас жестко будет. Так, теперь надо, короче, от них скрываться, потому что у меня остался лишь ножик. Девчуля мне помогла. Во. Следующий. Так, свалить-ка отсюда, я заберу. Отлично, 8 патрончиков мне как раз хватит, чтобы вас разнести. Кстати, скоро выйдет новый топ. Какой топ, я вам не скажу. Это секрет. О нем знают только, наверное, спонсоры продвинутого уровня. У них доступ к видео раньше появляется. Ух ты, уже с бронежилетами, чуваки. На тебе нафиг. И тебе нафиг на. Так, давай перезаряжайся, мужичара. Так, а у нас... Мне бы, конечно, лучше экономить, потому что у меня патрончики-то закончились почти. Последний патрон. Так, оставим его вот на этих тварей. И все, убежали, короче, мы. Замечательно. Так, что тут у нас? Она должна быть где-то впереди. Ответьте, ответьте. Послушай, ты слышишь? Мое имя. Я нахожусь. Это люди вроде нас. Дай-ка сюда. Папа, они в опасности. Возможно, они просто так говорят. Мы не знаем наверняка. Пойми, нам нужно быть настороже. Сейчас по миру рыщет множество достаточно отчаянных, чтобы попытаться... Понимаешь, о чем я? Да. Теперь мы можем рассчитывать только на себя. Ну вот, слышишь? Водопад? А, река. Да, это может сработать. Так и сделаем. Ну, Батяня говорит то, что в мире уже столько отчаянных, которые пойдут на все, лишь бы выжить и, возможно, даже скушать такого же, как они. Так, отлично. Неплохо так очков заработали. Мало серебра. Серебра в игре реально не хватает. Я вон золото дофига накопил, а с серебром тут проблемы. Так, возьмем вот это. И, наверное, все-таки также приговор. Патроны из ящика, начальный боезапас. У меня перки стоят. Итак, боже, я помираю с голоду. Слушай, я понимаю, нас... Когда мы доберемся до гор, станет полегче. Главное не останавливаться. Вау, четко. Ну, здравствуй. И в тебя мы тоже выстрелим. На тебе. И тебе вот на. Ух ты. Так, патрончики-то закончились. На. Блин, вот минус вот этой винтовки, то что она сшибает чаще всего одного. А приговор тот же, он может и нескольких свалить одним выстрелом. Вот, допустим, вот ближе стоящих. Во, сейчас всю кучу снес он. Пятерых, наверное, или шестерых зомбаков. Так, все, экономим. Все. Она, короче, тоже по одному убивает. На апокалипсис надо как-нибудь попробовать пройти. Там лишь одна попытка.
Так. Подруга, беги, беги, только аккуратней, пожалуйста. Короче, мы сейчас до реки доберемся и будем сплавляться. Так, на. Дай-ка я приговорчик возьму, 12 патронов все-таки. Можно красиво делать. Вот, даже дальний, который стоял, он его снес. А винтовка, она не достреливает почему-то. Тихо, тихо. Отлично. Что там у нас дальше? Видос будет длинный, сразу предупреждаю, потому что здесь у нас сюжет. Вы выжили. Немножечко очков набрал. Странно, здесь у нас в конце ничего не было. Ну, возможно, как раз на четвертом этапе какая-то сюжетная вставка будет или кат-сцена. Короче, приговоры. Давайте не бронебойные, наверное, возьмем. Так, ускоренная перезарядка, патроны из ящиков давайте возьмем. А здесь, наверное, ускоренную перезарядочку. Погнали. Перков у меня куча осталось. Дело в том, что я каждый день в игру захожу, что-нибудь дозабираю, просматриваю рекламу. Как бы я в этом плане не парюсь. Все хорошо, милый, все хорошо, просто делай. Обалдеть. А, это ему сон приснился. Кайла, который час? What time is it? Someone's out there. Там кто-то есть. Короче, мы остановились. There. Я же говорила, ты это слышал? Get Собирайся, up. Уходим. We're leaving. Right now? Прямо сейчас? No. Прямо сейчас бери рюкзак, все остальное оставь. Жуть. Так, ладно, двигаем дальше. Так, на шквальчик поменяем. Ага, мы, короче, вон к тому мосту сейчас валим. Тихо-тихо-тихо. Разобнимали здесь. А там то ли поезд, то ли что рухнуло, непонятно. Так, давай-давай, перезаряжайся, чувак. Быстрая, кстати, перезарядка, реально. Нет, с вами я не хочу ничего иметь. Вот вас я звалю. Так. Ну, а тебе? Мне нужны патроны. Вот смотрите, я сейчас вот эту толпу всю практически снес. Так, дальше аккуратнее, аккуратнее. Блин, их здесь дофигища прям. На! Офигеть, офигеть. Подруга. Спасибо, спасибо. Фух. Я уж думал... Тише. О, 45 патрончиков, нормально. Сейчас будем всех разносить до конца этой карты. Ну, у нее прям пукалка какая-то. На! Прям терминатор, блин. А, кстати, здесь есть это оружие из второй части, которое такие звуки делает. Чпун! Ух ты! На вас нафиг! Так, все, короче, мы докуда-то добрались. Но, по-моему, мы мост прошли мимо. Видимо, нам на него и не нужно. Они приближаются. Прячься быстрее. Кто приближается-то? Я что-то не понял. Браконьеры? Мы снова красавчики, мы снова выжили. Все замечательно. И переходим дальше. Пятый этап. Так, вот здесь за шквал будут бонус давать. Наверное, те же перки оставлю. Так, что у нас тут? А, это машина. Ого! Это БТРы прям. Кто это? Военные? Нет, кто-то другой. Смотри, какой логотип. Вдали слышны громкие голоса. Не высовывайся, подожди, пока они проедут. Звука. Тащите сюда лебедку. Эй, вы, слышь, бежим, давай. Давай бежим отсюда быстрее. Так. Я надеюсь, мы убежим.
глазатых он убивает. Иногда с двух выстрелов. Воу! Офигеть, а что у вас как много-то? Давай-ка на переговорчик мы переключимся. От него толку больше, особенно когда много тварей. Тихо, блин. О-оу. Обалдеть, блин. Чё-то реально кошмар какой-то. Не представляю, как в апокалипсисе будет. Но пока не так сложно, но вот эти кучи зомби, они прям пугают меня. Так, все, давай на приговор переключаемся, потому что мне это не очень нравится. Ух, какие звуки. То ли это гром гремит, то ли это сзади чуваки чем-то стреляют в нас. Так, давай, бежим. Все, сейчас вроде бы успокоилось, можно на шквальчик переключиться. Давайте мне толкучку. Нормально. Все. Давай. Все, мы почти добрались, давай. Во! Ох, нифига. Я думал, я не нажал. Все, мы вроде бы как оторвались. Кто такие были, мне интересно. Конечно... Здесь сейчас, наверное, обыгрывается... Папа, подожди. Нельзя останавливаться, пойми, они нас видели. Теперь они будут искать нас, нужно идти. Что? С чего ты это взял? Все будет хорошо, мне просто нужно немного подумать. Вот и решение. Мы возьмем одну из лодок. Одну из лодок? Тут всего одна. Так вот, мне кажется, здесь прям обыгрывается сюжет «Ходячих мертвецов», потому что там тоже поначалу мы только скрывались от зомбаков, старались от них как можно дальше уйти. А потом со временем сценаристы начали вводить уже других людей, которые не очень рады будут вам и так далее. Ладно, тут у нас этап на каноэ. Используйте прицеливание, стрельбу, движение только вперед, постарайтесь выжить. Все понял. Это прям как в «Ночи живых мертвецов». Там, по-моему, тоже подобное было, только с фонариком. Что? Обалдеть. Господи, о боже. Его глаза. Не смотри на него. Короче, девчонка плывет, я стреляю. Все, я понял. Ух ты, жутко. О нет, Бабы Джо. Бабы Джо, это плохо. В Бабы Джо надо стрелять два раза. Блин, да мет. Офигеть, их сколько там стоит. Но слава богу, что у нас вроде как... Офигеть. Пошел нафиг. И ты пошел нафиг. И ты пошла нафиг, вот в них два патрона надо, блин. Жесть, да, что-то мы... О, нет! Баба Джо, нафиг тебя. Блин, а если нас убьют, то все? Так, давай перезаряжайся. На некоторых лучше вообще не тратить патроны. Вот, блин, на этого можно было бы и не тратить патроны приговора. Потому что зомбак ты достаточно слабый, а патрончики мне жалко. Ух ты, нафиг иди. Перезаряжайся, быстрее перезаряжайся! Отлично. Блин, мы еще так медленно плывем. На. О-о-о. Блин, у меня патронов нету больше. Я надеюсь, никто сейчас не вылезет. Мне сейчас просто подфартило. Она могла и остановиться.
Так, мне нафиг не нужны. Все, вроде бы мы доплыли. Я надеюсь, никто сейчас здесь не вылезет. Как будто скорость увеличивается, да? Твиттер, иди нафиг. Все равно надо быть начеку. Папа! Течение слишком сильное. Кайло, держись, мы справимся. Мы справимся. Боже, мы пропали. Держись. Ну, такой не сильно высокий водопад сейчас будет. Вы снова выжили, засранцы. Так, отлично. Серебра, конечно, мало я получил. Все. Рекорд. 7-й этап. И дальше у нас будет новый стволец. Интересно его будет опробовать. Так. Мы все так же на каное, короче, движемся. Блин, хищника можно было бы взять. Давайте мы, знаете что, возьмем начальный боезапас сюда. Да, их, к сожалению. Хотя не, погоди, мы можем взять патроны из ящиков и погнали. Так, что тут у нас? Задыхается и кашляет. О, вообще в темноте, короче, мы. Папа, папа. А, сейчас мы за Кайло будем играть? Очнись, давай же, очнись. Не, мужик, ты живи давай. Что же делать? Ага, и твари, конечно же, куча. Мы скоро выберемся отсюда. Ну да, мы сейчас реально батька положили. А сами будем рулить. Да. Девчуля научится стрелять. Вот это я зря сделал сейчас. Молнии, все дела. Так. Иди нафиг. Но мощь, кстати, у него хорошая. То есть вот он этих тварей, которые жирные, сшибает, видите, сразу прям с одного выстрела. Так. Вот смотрите. Оба. И башка с плеч. Но с бабами Джо он будет так же долго. Офигеть! Откуда ты вылез, блин? Вот это сейчас нежданчик был. Так, давай-ка мы возьмем приговор. Ух ты! Собака, они просто пробегают еще вот так. Нафиг, не хочу вас трогать. Перезаряжайся. О, нате вам, твари. Отлично. Еще давай кинем. Это что-то их тут много. Кто-то еще даже плавает из них. Отлично. Блин, жутко прям. Мне еще вот эта вот сцена напоминает почему-то зловещих мертвецов. Кто не смотрел фильмец, рекомендую. Он старенький, конечно, такой. Графон там так себе. В основном грим используется, но... Блин, это один, наверное, из моих любимых комедийных фильмов ужасов. Так, ну что, чуть-чуть осталось. Я надеюсь, никто сейчас меня не будет трогать тут. Ага. Отлично. Осталось немного. Батяни, ты там давай просыпайся. Я надеюсь, я сейчас не повернусь, а его съели, пока я плыл тут. Батёк. Ладно, теперь надо найти убежище. Твою мать. Здравствуйте. Вы здесь живете? Я уже ухожу, не буду вам мешать. Что это? Ничего, слушайте, у меня нет ничего ценного. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Это твой отец? Покалечился в реке.
Не трогайте его. Спокойно, все нормально. Слушай, детка, меня зовут Мейбл. И это Курок и Бат. Собаки. У меня здесь неподалеку убежище. Незачем вам мокнуть. Я надеюсь, она нормальная окажется. А не людоедкой, например. Сейчас мы, наверное, будем ехать на тачке и струлять из чего-нибудь. Серебришко немножко получили. Игруха подглючивает, даже несмотря на то, что я играю на... О, да, 5Х, нормально, этап испытания оружия. Уровень соответствует резервному оружию. Давай возьмем шквальчик наш прекрасный. Ща мы постреляем из нового ствола. Ух ты, это мы уже так быстро переместились? Да уж, хорошего мало. Вы можете ему помочь? Возможно, у него сильный жар. Я могу вправить ему кости, заштопать его, но тут антибиотики, у меня их нет. Короче, мы сейчас за антибиотиками пойдем. Это в какой-то из серии было. Слушай, чуть ниже по реке находится Lockwood Springs. Там есть аптека, ты ее сразу увидишь. Я не могу оставить его в таком состоянии, другого выхода нет. Его раны воспалились, если так пойдет и дальше, он и дня не протянет. Okay. Хорошо. Look after him. Присмотрите за ним. Обещаю. That might help. Вот возьми, пригодится. Я сама это сделала. Made it myself. Ебейба. Shoot. Вот черт, эти твари опять лезут. Things are attacking again. Ни минуты покоя, прямо как крысы. Ну все, мы сейчас до аптеки, короче, доберемся. Они снова голодные. Нэти! Ого! Ты мне поможешь, милая? Да с удовольствием. Твари. Красота. Все, патрончики кончились. Так, посмотрим сейчас на этот стволец. Что он из себя представляет? Надо, чтобы только несколько зомбаков было. Ага, прикольная штука. То есть он нескольких близ стоящих убивает. А то может быть и не только близ стоящих. Все, дальше шквальчик у нас пошел. Так, отлично. Ага, молодец. Такс. Девчонка, молодая. Ну а чё, батька надо спасать. Выбора нет. Он единственное родное, так скажем, что осталось. Блин, ну такой, да, самодельный. Жуткий стволец. Не-не-не. Вот чё-то он как-то это прям. Давай-ка мы наш квальчик поменяем. Короче, когда близко несколько зомбаков, то еще норм. Как она докрикивает? Я от нее уже, наверное, километр ушла. А, понятно, по рации, все, принял. Нафиг идите. Так вот, короче, была серия «Входящих мертвецах», кто не смотрел, где тоже надо было чувакам кого-то спасти, вот не помню только кого. И отправиться нужно было в город для того, чтобы найти антибиотики и там вообще другие лекарства. Блин, кого же там подстрелили-то, я не помню. Забыл уже. Там деда еще спасал на ферме. Потом на эту ферму много кого пришло. Точнее, даже не пришло, у них был сарай полон этих тварей. Все потому, что... Дедок, который эту ферму содержал, он думал, что он сможет их спасти, вернуть к старой жизни. У него там, по-моему, жена была, еще кто-то. Неплохо, теперь отправляйся на юг, мимо плотины, пока не увидишь большую форель. Оттуда до города рукой подать, ясно. Ну, хорошо, хоть так. Блин, прикольно, прикольно. Сюжет напоминает, конечно, мне некоторые серии из «Ходячих мертвецов». Я надеюсь, что когда я вернусь, с батьком будет все нормально. Итак, у нас 9-й этап, еще чуть-чуть осталось. Вы, конечно же, можете купить. Я
Понимаю, Пикпок, вы неплохой контент, к тому же еще бесплатный делаете, но нет. Донат у вас что-то конский какой-то. Так, давайте невысокий темп стрельбы возьмем, а начальный боезапас и плюс, наверное, приговорчик. Патроны из ящиков, подожди. Не-не-не, мы сейчас перк поменяем. Хотя нет, такой же перк оставим. Патронов из ящиков у меня полно. Движемся дальше. Видос, конечно же, с запозданием выходит. Хм. Ого. Прекрасный закат. Тишина такая. Ну все, погнали, подруга. Некогда тут любоваться закатом. Ох ты, красотка какая. Че она может-то? Прям ковбой. Я себя сейчас чувствую Макс Пейном. Так, нет, вас я трогать не буду. А вот тебя трону. Ах ты, собака, блин. Слабенькие эти стволы, короче. Разнеслись. Ух ты. Чуть не попал на бабу Джо. Нет. Короче, берем приговор и пошли они все нафиг. Нафиг, я сказал. Ну вот этих можно. Давай, давай. Да блин, сколько в тебя надо попадать-то? Не, двое из картеля. Такое себе занятие. Да блин, что-то у вас прям очень много. На тебе, баба Джо, на тебе. Так, я что-то слышу. Все, экономим, экономим. Где у нас там патрончики? Мне нужны патроны. О! Ух ты, тихо, тихо, тихо. Где мы вообще? О, тихо. Баба Джо? Нафиг, баба Джо? Блин, у меня уже ножик использован. Не-не-не-не-не, чуваки, идите в баню. Обалдеть, вот там было страшноватенько. Так, держите гранатку. И все, пистолетики, это, конечно, такое себе удовольствие. Я уже понял, что они абсолютно бесполезны. Хорошо, что мы более-менее на открытой площадке остались сейчас. Нафиг нет! Собака, меня сожрали. Сейчас мы восстановимся. Блин, думал, что вообще... Короче, нет, эти двое из картеля я не беру. Идите нафиг. Берем шквальчик и приговор. Моя любимая. Давай пропустим. Все, погнали. Ну давайте, твари. Нате вам. Че, не ждали, что я приговор возьму? И шквал. Свои любимые стволы. Ну, дело в том, что они у меня более-менее прокачаны. И у шквала есть большое преимущество. В том плане, то, что он еще выстреливает. Типа как гранаты. Или у него какой-то... Воу-воу-воу-воу-воу. Нате вам. Так, патроны, патроны, патроны мне нужны. Максимальное количество. Давай. Блин, а я думал, все-таки побольше будет. Ну ладно. Сейчас мы вот эти так потихонечку расфигачим. Не, не хочу тебя трогать. И вас не хочу трогать. Ух ты. Кстати, я думаю, тут на зомби-ленд, что ли, сходить. Первую часть, правда, я не совсем помню. Чёрт, 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 чёрт. Патроны? Так, у меня же приговор есть. Чё я торможу-то? Вот здесь, погоди, погоди, погоди. Здесь надо сейчас аккуратно. Аккуратно. Life After. Блин, я вообще забыл про эту игру. Слишком долго ее выпускали. Тихо, тихо, подруга, все нормально будет. Все нормально будет, я сказал, не ссы. Не печалься. Ух ты, ё, как много вас, твари. А, тише, тише, нафиг иди. Так, шквальчик, шквальчик. Сейчас надежда на тебя. Нет, давай-ка мы перезарядим. Да я понял, что ты, асфальт, соскучился. Мне сейчас вообще не до тебя, у меня тут битва не на жизнь, а на смерть.
Ай, зачем я выстрелил вообще не туда? О, собака, ладно, ножик еще остался. Вот, на тебе, баба Джо. На тебе, я тебя не знаю, как звать. На тебе вам еще. О, тихо. Фу, выбрался наконец-то. Где тут аптека, ё-моё? Так. Мейбл, я добралась. Мейбл? Я в городе. Будь осторожна. Знаешь, когда-то Локвуд был самым популярным местом для отдыха. Все сюда ездили, а теперь... Куча туристов зомби, автобусы, скажем так, перестали ходить по расписанию. А теперь в этом городе куча туристов-зомбаков, которые также отдыхают, кушают живность всякую, ну, живых. Так, 23 тысячи уже счет мой. Чё, какой у меня там рейтинг? Все так же на 11 месте, что-то слабовато. О, сейчас мы снова из нового ствола поструляем. Пожалуй, возьму я приговорчик. С перком патроны из ящика. Так, Мейбл, как там у него дела? Жар усиливается. Когда доберешься до аптеки, проверь. Бери все, что заканчивается на цилин. Поняла? Амоксициллин. Что случилось? Ничего, действуй, я свяжусь с тобой позже. Мейбл? Чтоб тебя. Ага, какая-то тварь там забралась. О, одиночные есть. А, нафиг, короче. Что-то оружие говно какое-то. Так, аккуратнее. Ё-моё, как вас тут много. Я вообще прям перемещаюсь сквозь всякие эти. Ух ты, блин. На тебе. О, не-не-не-не-не, подруга, не надо со мной обниматься. Я тут вообще не за этим. Так, одиночные. Пора прекращать. Так, у меня еще гранаты есть. О них надо не забывать. Блин. О, нет! Собака сожрали опять. Жутко. Все, давайте, прекращайте этим заниматься. Так, давай еще разочек. Че бы взять-то тогда? Приговор снова. Шквал. Ну, у шквала есть преимущество. Он еще дополнительно гранатку может кинуть. Пропустим все это добро. Одиночные я не буду оставлять. Что-то одиночные так себе работают. Сейчас мы аккуратненько. Динер. Это у нас кафешечка какая-то тут была. Тихо. А, вот она. Офигеть, то есть он... Его жарит током. И он все равно меня может зафигачить. Ну это что за пистолет такой, блин? Беспонтовый. О, не, нафиг, это вообще пипец какой-то, блин. Ну все, хватит меня раздирать. Ну, наконец-то я хотя бы немножко подальше прошел. Но ствол тут вообще днище полное. Тише, подруга, нам чуть-чуть осталось. Давай не будем усложнять все. О, еще и в брониках пошли. Это вообще красота. Красотецкая. Тише. Нафиг пошел, засранец. Мне прям чуть-чуть оставалось. Ну, наконец-то я добрался до этой аптеки. Наверное. Драгстор. Драг, так это же наркотики вроде бы переводится. Жесть, короче. Это, наверное, самый сложный этап из всех вот этих 12. Хотя фиг знает, что меня ждет дальше. Но все тупо из-за этого сраного шокера. Шокер говно какое-то. Он... Временно просто обездвиживает зомбаков, а урон никакого не наносит, то есть от него толка практически никакого. Ладно, короче, меня просто бомбит, блин, от этого говна. Так, ну погнали, короче. Наконец-то я возьму свой любимый шквал и приговор. Чё у нас там? Ну же. Найди, подруга. Мейбл, здесь ничего нет. Мейбл? There's nothing here. Мейбл, ответь, пожалуйста. Мейбл?
Твою мать. Эх, чувствуется там батька, короче. Staff only, только для персонала. Ух ты. Hey! Слышь ты, пи***. Блин, как раз то, что надо, мне забрал. Ну, сейчас я вам наваляю. На тебе, Баба Джо. Короче, экономим патрончики. Что-то, блин, опять похожая история. А как у нас с патронами вообще дела обстоят, а? Да я вас всех сейчас разнесу. Нате вам еще. Так, так, подожди. Тихо, 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 тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Нафиг. На. Там еще, кстати, бочки, я заметил, лежат. Так, 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 так. О, о, давай, давай. Е, детка! Ха-ха! Видели фильм «Зловещие мертвецы»? Вот он. Все. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо тут. Тут жаришка прям. Тихо. Разбежались. Ах ты собака, Баба Джо. Теперь у меня нет шанса. Воу-оу. Блин, думал в стену фигачусь. Так, 8 патронов, все. Сейчас очень аккуратно идем. Осталось буквально 300 метров. Нафиг. Только не узкие. О, я вижу снова бензопилу. Ну, здрасте. Нормально. Это прям думчик сразу еще вспоминается. Да, я через вас пройду, твари вы сраные. Все, отлично. Ох, прям понравилось. Вот, блин, бензопилу здесь надо было. В предыдущей катке имею в виду. Так, чувак. Что ты делаешь? Спокойно, слушай, я не причиню тебе зла. Мне просто нужно заглянуть в твою сумку, понимаешь? Не двигайся, не опускай руки. Прошу вас, да. А, он всего лишь рацию хотел достать. Боже. Прости, чувак. Уилл, у тебя все в порядке? Ответь мне. Все хорошо, милая? Плачь, ребенок. Твою дивизию. Все хорошо. Папочка скоро вернется. Нет, папочка не вернется. Блин. Этого стоило ожидать, конечно. Ну, девчонка, что у нее психика подорвана? Батек умирает. Еще эта баба по рации не отвечает. Тут случайно просто выстрелил. Она еще и в горло попала. Так, что у нас здесь? Дайте мне гранату, у меня гранаты тут закончились. Так, для штурмовой винтовки, отлично, это тоже пригодится. Ну что, последний у нас здесь осталось. Я надеюсь, что я сейчас доберусь уже до батька, и он, наверное, не жив, скорее всего, мы его завалим. Ну, как все прошло? Нашла что-нибудь? Да. А что тут было? С тобой все в порядке? Тут было жарко, эти твари сумели пробраться через заграждение. Их тут по-прежнему много, будь осторожна. Ну все, мы сейчас, я думаю, доберемся и будет счастливый конец у нас. Я очень на это надеюсь, по крайней мере. Нате гранатку вон. Давай-ка шквальчик возьмем. Ютубчик. Блин, с этими Бабы Джо тяжело разобраться. Много очень патронов в них надо садить. Так, давай-ка мы здесь не пойдем. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну-ка, успокоились нафиг. Так. Надо было просто выстрелить куда-то.
Тише, тише, тише. Блин, вот когда еще поднимаешься в гору, плохо видно. Так, нам надо дойти вот до той... Вот до того ящика. И забрать. Тише, тише. Батяне, живи, я уже близко. Отлично. Иногда лучше, конечно, не тратить патроны на зомбаков. Блин, сейчас впечатаюсь. Отлично. Тише, тише. Три патрона. Где у нас ящики с патронами? По-моему, был справа, но я его пропустил. Все. Это все. Тихо, тихо, тихо. Не, мы выживем, мы выживем. Даже несмотря на то, что патрончики закончились. О, ножик есть. Всегда. Все, она, кстати, несколько зомбаков еще пропускает. Во-во-во-во-во-во-во. Не, чуваки, я не хочу с вами обниматься. Где патроны? Вашу мать. Давай, 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 детка. Мы должны дойти. Осталось чуть-чуть. Вот эту толпу надо обойти, все. Мы добрались. Наконец-то. Батяня, ты только живи, пожалуйста. Может быть, кстати, продолжение какое-то будет. Come on, get inside. Давай, заходи быстрее. Чё, батёк, ты как? А, мужик? Закончи все, пожалуйста, хорошо. О, утро. Гектор кряхтит. Well, полегче, не спеши. Take it easy. I got it. С тенями у них проблемы. Сейчас вот так. Видишь? Ты глаза моргнуть не успеешь, как мы избавим тебя от своего общества. Оставайтесь сколько хотите, мне не в тягость. Слушай, Мэбл, мы благодарны тебе за все, что ты для нас сделала. Мы тогда попали в серьезную переделку. Да ладно тебе, если кого и благодарить, так это твоя дочь. У этой девочки смелости хоть отбавляй, да. Что есть, то есть. Они были бездомными. Кто? Собаки. После бури они заблудились, сбились с пути и не могли найти дорогу домой по запаху. Большинство из них были еле живы от голода. Готовы спорить, таких бедолаг в округе по-прежнему полно. Перепуганные. It's a desperate world. Весь наш мир на грани гибели. Мы делаем, что можем, чтобы выжить. Yeah. Да. Come on. Давай не будем грустим сейчас. Все тихо, пойдем ловить рыбу. Let's hook some fish. Вот. Tempest. В очередной раз мы выжили и прошли новую сюжетную кампанию. Следующая будет Ночь живых мертвецов. Я ее перепроходить не буду для видео. О, здоровый у нас тут. Так, 90 фрагментов у нас шквальчика. Было бы больше, если бы у меня была подписка VIP. Но мне это нафиг не надо. 550 еще крышек получил. Красота. Теперь можно вот, кстати, начать апокалипсис. Но там будет полный трэш. Я сомневаюсь, что я смогу пройти. Так, смотрите-ка, что у нас здесь. Скиночек какой-то появился. Ага, это из бури как раз. Улучшите это оружие до 10 уровня, чтобы открыть. Так, у меня сейчас какой уровень? 5. Нет смысла улучшать этот ствол ради того, чтобы скин открыть, потому что я лучше займусь шквальчиком. Ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу. Кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх. Также переходите в плейлист по Into the Dead 2 и смотрите, какие еще были интересные события в этой игре. Ну а на этом все, с вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!